Смотрите, там вал, все уже. Всем привет, мои дорогие друзья. Всем хорошего, доброго дня. Сегодня у Акана последний выходной. Мы так резко планы поменяли. У нас, знаете, у нас в планах было выйти в город, погулять там, туда-сюда, что-то такое, да? И тут, знаете, резко план так поменялся у нас. Акан говорит: слушай, давай, говорит, поехали лучше в огород. Отдохнем там. А я как раз вчера курицу замариновала, ну, целиком, думаю, сегодня на ужин пожарю, да, это все. И, короче, решили мы поехать в огород отдыхать. Акан там курицу раздербандил как-то по-своему, спинку Минки, это он все оставили дома. Короче, мы в огород будем отдыхать, мангалить сегодня будем, самоварить, короче, по полной программе. У нас это удается, нам, вернее, это удается очень редко. Там ветер бывает сильный. Надеюсь, сегодня ветра не будет. Сегодня у нас плюс 26, облачная погода. И жарко так не будет. Короче, дорогие мои, вот так помангалим. Но мы сейчас заедем. Надо хлеба купить. Мы там кое-что взяли. Хлеба надо купить. Средства для мытья посуды вчера не заехали. Акан говорит: давай потом, завтра. На сегодня оставили. Но сегодня уже край. Все. Это купим, вот гель. Если не купим, опять все, потом я пойду в магазин куплю. Да, вот так все хотим. И все. А, в этот заедем, да? В магазин этих саженцев насчет хурмы хотим узнать. Если у него будет там хурма, да, мы купим и посадим сегодня, если будет. Если будет, значит, можно. Если еще не сезон, значит, он еще их не привез. Так что, дорогие мои, поехали с нами в огород. Сегодня будем отдыхать, мангалить, самоварить. Короче, отдыхать. Одним словом. Приехали в такую красоту. Акан сбегал за этой, за гелью для мытья посуды. Там было, говорит, большое огромное ведро за 350 лир. Завтра, говорит, придет в маленьких ведерках. Так что потом купим. Вот, видите, он тут землю подготавливает, что-то будет сажать. А вон, хозяин идет. Милый! Он идет, хозяин! О, есть, говорит, хурма есть. Так что вот, сладкий сорт. Милый, хороший, сладкий сорт, спроси. Ой, красота, хурму посадим, девчонки. Как красиво, да? О, а какой это труд, это же такой труд, вот все вот содержать в таком порядке, да, это же какой труд. А вот в этом доме они тут и живут, тут мама у него, это он с семьей. Красота, смотрите, как постригли тую голубую, красота. Здесь вот, мы там вчера розы купили. Пошли за саженцами. Вот здесь, как зимний сад. Ой, такая прелесть. Так красиво все. Так это. Вон сколько саженцев всяких. Инжир даже. Инжир бурдагурдым. Инжир. Вот это его и песик бежит за ним. Вот тык-тык-тык-тык-тык такой. Это, кажется, этот какой-то французский бульдог или как. Вот это инжир, наверное. Милый, это инжир, да? Вот это инжир, наверное, девчонки, вот. Ой, там какой гранат. Смотрите. Смотрите, какой гранат. Растет гранат. И этот, смотрите, вот возле хозяина, как прибежал. Это еще, это что за саженец, не знаю. Тоже какой-то саженец. Это яблони, наверное. О, много саженцев есть. Вот так она одну взяла. У него важный телефонный разговор. Позвонили. Не, мы никуда не торопимся, его конечно. 200 сказал. А, 200 лир. Девчонки, стоит один саженец. Вот, оказывается, как у него. А? А. Вот, оказывается, как. Но здесь тоже у него много-много бывает всяких. Вот, что только нету. Яблони. Это кто-то. Тоже яблони, наверное, всякие разные сорта.
там тоже. Дорогая, ау. Хорошо копай, сказал. Земля. Большой открыт, говорит. Мягкое, чтобы мягкое было. Я слышала, да, я поняла. Будет, ага, я поняла, поняла. Все, мы купили два. И фрукты дал. В этом году мы спросили, да, фрукты когда дадут? Он говорит, фрукты были, упали, говорит. Вот. Мы просто, Акан вчера просто в интернете почитал, что хурму надо сажать как бы два саженца. Они будут как бы друг друга опылять, и фруктов будут больше давать. Поодиночке тоже можно, тоже будут фрукты давать, но меньше. А мы уже решили, куда посадим, да. Не рядом, не обязательно прям рядышком. У нас наискосок получится. Все, очень хотели, теперь пускай. Да, что там? А, улитка. Вот и все, будут у нас хурма тоже. Ага, сейчас засунуть надо. Давай я сейчас Акану помогу. Добро пожаловать на наш участок. Все, мы все занесли. Саженцы принесли. Сейчас Акан потихонечку будет копать. Вот один мы хотим посадить сюда, а второй вон где Акан. Как раз они будут наискосок рядышком друг к другу. Да, посерединке там посмотришь. И все. Торопиться некуда, милый. Скопаешь немножко там это. Ну-ка, розы как у нас там? Вчера же белые розы посадили. Белые розы. Вот. Все. Как открыла? Они такие, какие мы посадили? Нет, новый нету. Это что, Леся, только новый? Нет, она тогда, она еще не открыла что-то там. Это какие-то пятна есть. Вот. Ну-ка. Здесь как. Вчера немножко я же этот расширила. Немножко пониже сделала грядку. Вот эту. Вот. Сколько усов. Ладно, пускай. Все. Везде ходить не будем мы уже. Вчера только были на огороде. Сейчас Акан тут потихонечку начнет. Так, не торопясь. Мы сегодня отдыхаем здесь. Отдыхаем, работаем, мангалим. Я уже этот мангалим, наверное, 100 раз повторила. Потому что я так рада. И очень редко этот. А вот эти деревья мы еще вчера принесли. Но там самый большой ствол остался. Вот Акан, этот еще, если успеет, попилим ножовкой. Вот и все. Все. Тихонько. Давай. Стартуй. Давай, стартуй тихонечко. Акан одну яму уже скопал. Вот мы уже поставили. Все. Он нам показал, до каких пор закапывать. Выше, говорит, не закапывайте. Вот. Я взяла пистолет. Мы его тогда от шланга открутили. Напор маленький был, а отсюда вообще плохо бежала вода. Сейчас посмотрим. Я подсоединю кран. А шланг сюда, вот здесь не видно, да, конечно. Так поверну, тоже не видно будет, потому что вот сюда, наверное, метр только я принесла вот этот у нас столик. Там большая, этот, ну вот так, если поверну, я просто боюсь, у меня телефон шлепнется, девчонки. Мальчишки тоже, вот. Вот, видите, оно все в пыли. Считаю, у нас же здесь все открыто, ветер и все. И я хочу шлангом сразу все это помыть. Хорошо все помыть, в самовар воды налить, все, и пускай стоит, она уже все будет шик и блеск и чистота. Его накануло вторую яму. Сейчас копает, и вместе будем сажать хурму. Как хорошо, ветра нету, да? Да. Если пускай потом, сегодня. Если потом только не будет. Сегодня вечер, получается, еще немножко сидим. Обязательно.
Вот. Да, мы думали, забилось, чистили. Вот тебя. Просто напора не было. И кадет. Ага. Я вот камер, видно меня, девчонки? О, какой напор! Напора вообще не было, поэтому мы сняли вот этот пистолет. Все, шланг сюда, сейчас я это все тут чисто топорю. А что случилось? Шатламыш. Да ладно? Да, вот. Где? Вот это. Ах, вот блин, это. А почему так делается, интересно? Все. Все нормально? Все. Ну ладно. Я вооружилась пистолетом, все. Сейчас за дело. Буду тут порядки наводить. Я пойду. А? Я пойду. А что, ты уже скопал? Копал, чистил, подожди. Хорошо. Готовлю. Это, милый, сажать будешь? Позови, вместе будем сажать. Тамам. Что делаешь? Мою. У нас он зачем не держал, знаешь? Кто? Первый сажанка урма. Зачем? Он очень старый был, он какой молодой, видел? И попал. Вот так, он такой толстый был, он старый был, поэтому корень не дал такой, корень не был его. Нет, милый, может, не из-за этого. Не знаю, так. Не знаю, посмотрим. Вот и все. Все готов. Самовар я помыла. Теперь пускай обдует. Мы сейчас еще самоварить не будем. Там еще мокрое внутри. Где угли, где куда дровишки кладут, я это место всегда мою. Всегда чищу, всегда я это место мою. Ой, я сейчас вот этот... Ой, не туда. Штатив подняла. Когда мы самоварим, я когда чищу, я этот угли вытряхаю, и это место я всегда промываю, не оставляю. Поэтому это... Ну, если у кого-то вдруг вопросы возникнут, Татьяна, зачем там же место для углей, да? Зачем ты там мочишь? Я всегда мою. Сейчас оно продует, там будет сухо, чисто. И потом уже туда дровишки, щепки, что у нас тут есть, эти шишки. И все. Так, сейчас мне надо достать еще мангал. И мангал тоже помыть надо. Сейчас я вот его достану. Тоже помою. Это место здесь, конечно, я немножко намочила. Ну ладно, это сейчас все подсохнет. Немножко подальше я мангал буду мыть. И мангал у нас чистый. Он чистый был, просто он пыльный. Угу. Поэтому вот сюда поставлю, поэтому пусть тоже стоит, сохнет. Мы ближе к вечеру, часа 4, наверное, начнем мангалить. Так, все. Ну ладно, шланг пускай пока здесь стоит. Может, он этот понадобится еще. А вот этот стол у меня стоит криво. Что, сажаем? Вода живет. Ага. Крикнешь мне, ладно? Это криво. Мы решили самовар разжечь. Посмотрим. Вот, все. Акан там у меня пилит. Деревяшки.
вот эти. Вон, пилит. Мы еще хурму не посадили. Акан воды налил. Что-то вода плохо уходит. Или земля увлажненная уже была. Дожди же были. Ну вот, совсем мало осталось. Акан говорит, или сухая. Возможно, может, влажная была. Он копал же, видите, влажный. И здесь тоже вот. Пусть до конца уже уйдет. И все. И потом будем сажать. Вот уже и палки приготовили. Обязательно надо подвязать, потому что здесь сильные ветра. У нас вот все подвязаны. Сильные ветра, а это, считай, еще молоденький, так он вообще укорениться не даст. Вот. Хожу, балдею, отдыхаю. Да, ветра нету. Красота. Милый, ладно, все не пили. Не пили, отдыхай давай. Мы приехали отдыхать. Все, я отдыхаю. Все не пили. Я отдыхаю. Отдыхаешь? Оставь. Угу. Все не пили, эти мелкие потом вместе переломаем мы их. Я отдыхаю, дорогая. Да. Там меня отдыхать я люблю. Хорошо тогда. Я пошла смотреть это самовар. Вода был? Что вода был? Вода сосал? Да, да, уже почти все. Огонь смотри. Смотрю, смотрю, я смотрю. Я слежу за самоваром. Я заварила чай уже. Добавила воды в самовар. Сейчас закипит и будем пить чай. Чай готов. Чай с самовара. Устал, что ли? Вон весь мокрый. Пилил? Пилил. Ладно, не старайся такой. У нас же там есть еще. Больше хочу. Больше хочешь? Ладно. Вот я себе кофе налила. Будем чай. Пить чай. Приятного аппетита не говорю. Мы же еще не мангалим, когда мангалим будет. Еще мангалим, да? Да, еще мангалим. Сегодня перемо, солнца нету. Это хорошо, отлично. Солнца нету, ветра нету. Да, вообще отлично. Красота. Да, красота. Тишина, покой. Сейчас чай попьем. Это посадим. Посмотрим, может быть, уже и мангал этот просто подожжет акан, чтобы эти были, как его. Ушла, мой милый, впиталась вода, ну, чтобы были эти уголечки. Вот и все, и потихоньку я вот эти кучки все хочу выровнять. Вот гости же у нас тут ходят, кроты или кто. С граблями хочу все выровнять, да. Вот сегодня вообще прекрасная погода. Как раз для отдыха. Да? Угу. И не жарко, и не ветрено. Благодать. Все, мы посадили хурму. Сюда и туда. Все посадили. Забивать стали, она вот обломилась посередине. Нашел, да? Ладно, ну вот, хорошо. Вот эту тоже забили. Потом сейчас этот привяжем. Угу. Вот и все. Сделаем. Угу. Все уж ушла, все крепкая. Там, конечно, мягкая земля. Все, можно еще немножко забить. Там же это мягко, глубоко было. Ать, осторожно. Угу. Нет, нет, и все нормально. Мы привяжем, не обязательно же ее близко к друг другу. Привяжем и все, все красота. Все, посадили, девчонки. Теперь будем ждать урожай. Пускай сейчас они у нас растут, приносят нам плоды и нас радуют. Я стол накрываю уже потихоньку. Ну вот и все, я там подготовила, нарезала, закрыла. А то здесь мухи у нас. Мухи в гости пришли. Так, Акан вон у нас. Мангал уже там, ну, костерок делает для угольков, все там, пускай здесь тоже
Вот сюда для мяса. Вот старую сковородку притащила. Вот это у нас все замариновано. Так что Акан этими делами занимается. Ага. А я хочу это вот у меня. Где у меня грабли-то? А, милый, ты грабли унес, да? Да. А, Акан грабли унес. Я специально здесь. Ладно, сейчас возьму. Вот эти все кучки. Я сейчас хочу равномерно этот разбросать. Вот здесь сейчас похожу с грабельками и этот выровню все, что можно. Что, продвигается? Вот как раз. Да, как раз угольки будут. Мне Акан сейчас говорит, смотри, еще один цветок раскрылся. Я сюда вообще внимания что-то не обращала. Точно, вот. Смотрите, ну они быстро опадают. Вот еще будут бутончики. Вот. Белый, так, ладно. Я здесь еще хотела травку подергать. Ну ладно. У нас ветер поднялся. Вот видите, как раз вот там мангали, так оно же. И ветер поднялся. Ну ладно, ничего. Мы сюда сегодня приехали отдыхать. И то вот сколько сделал. Вот так смотришь, вот вчера дергали мы траву, да, вот здесь уже более-менее порядок, да. Хурма растет уже, мы такие радостные. Вот я все эти кучки граблями прошлась везде, везде, везде. Еще надо клубнику посмотреть. Вчера Акан много этот наполовину красных оставил. Сейчас мы только уже через неделю примерно приедем, когда у Акана будет выходной. Поэтому они сгниют. Сейчас вот пока там жарится. Я, наверное, сейчас ведерочко возьму, быстренько пробегусь. Ну, несколько штук будет, ну и ладно. Их съедим. Вот тут у нас жарится. Когда почти готово будет, можно самовар тоже, под самовар этот, накидать. Да ведь? Я здесь уже порядок навела, милый. Я не знаю, уже не будешь пилить. Вот, я здесь уже все эту кучку туда-сюда более-менее порядок привела. Я уже тут хожу, чтобы этот спокойно посидим, покушаем, чай попьем уже и все. Ну вот, более-менее. Ну, там у нас куча, да, какая сухой травы. Потом я ее этот водой оболью. Воду это побольше налью, если это. В принципе, сейчас тоже можно, но сейчас вот это уж. Ягоды соберу. У нас там шланг продырявил. А? Человек клубника собрал. Не заман. Вот, немного. Вот поставлю вон внутри. Да, покажи, и где. А я еще такая говорю. Самовар рядом. Да? А Акан собрал уже ягоды. Вот, видел? Покушаем. А с той стороны тоже? Да. О, хорошо. Вот, и подвязали тоже мы их. Ой, у нас радости нет предела. Акан уж все время повторяет. Мы, говорит, это восхищаемся чужими чужой хурмой, да? Вот. Вот так. И тут тоже. И все. У нас свободных мест для деревьев больше нет. Одно место есть вот возле ворот. Там у нас грецкие орехи, грецкий орех погиб. Подумаем, что туда. Да, милый? Что туда посадим? Посмотрим, что там Акан скажет. И пока на этом все. Никакие деревья пока сажать не будем. А потом в будущем посмотрим. Потом в будущем посмотрим, да. 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 Миндаль, Акан говорит. Вот. Потом посмотрим. А сейчас все. Инжир можно было, да, еще инжир бы посадили. А, инжир. Да, инжир тоже. Возьми да посади, да. Ну, для инжира не знаю. Ну, вот у нас вон там возле туалета мы тогда с тобой еще думали. На углу. Возле туалета. Можно туда еще воткнуть в угол прям. Угу. Деревце какое-нибудь. Ну, посмотрим, подумаем.
наш ужин готов. Всем приятного аппетита, кто в данный момент за столом. Вот. Что, омушмо? Попробовал? Вот. Все? Готов? Нормально. Ну и слава богу. Если больше будет, сухой будет. Да, не надо нам сухой. Вот самовар мы тоже подожгли. Будем еще чай пить потом. Дорогие мои, на этой ноте мы будем с вами прощаться. Всем огромное спасибо, кто провел это время вместе с нами. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока.